Славянском районе завершился муниципальный этап профессионального конкурса «Педагог-психолог-2019». Творческие состязания проходили в течение 2 дней. О том, кто будет представлять наш муниципалитет на краевом этапе конкурса, одними из первых узнали наши корреспонденты. Сегодня педагоги-психологи работают практически во всех образовательных учреждениях, начиная от детских садиков и заканчивая вузами. Они помогают учащимся и воспитанникам справляться с различными эмоциональными проблемами и трудностями в учебе, адаптации в новом коллективе, консультируют родителей и учителей. Работа педагога-психолога требует постоянного самосовершенствования и обучения. Одна из возможностей приобретения дополнительного опыта – это участие в конкурсах профессионального мастерства. Региональный конкурс «Педагог-психолог Кубани». Он проводится ежегодно в целях профессионализма, выделения лучших психологов города, чтобы был шанс у людей попасть дальше на краевой этап. Когда уже на краевом этапе, там 44 муниципалитета соревнуются друг с другом, это наши лучшие педагоги практики. И Славянский район тоже не является исключением. В феврале мы проводим ежегодно такие конкурсы. В муниципальном этапе конкурса «Педагог-психолог» в этом году приняли участие 5 конкурсанток. С напутственными словами к участницам обратился начальник управления образования Олег Синтищев, пожелав им хорошего выступления, профессионального роста и успеха. В Славянском районе уже начиная с этого года складывается традиция занимать первые места. Я участницам хочу пожелать ничего не бояться, думать о победе и оценивая себя, сравнивать себя с другими, потому что только в сравнении мы понимаем свое место, где мы находимся. Вам удачи, успехов, а победителю муниципального этапа желаю победить и на краевом этапе. Муниципальный этап конкурса проводился в течение 2 дней. Конкурсанткам необходимо было представить визитную карточку, ответить на вопросы жюри, поучаствовать в часе беседы и блиц-турнире, а еще как можно более интересно рассказать о своей профессии. «Не хочу я в детский сад, плачет громко Вова. Быстро вдруг из-за угла зайка появляется, мило улыбается. Здравствуй, миленький дружок! Хочешь подружиться? Бегать, прыгать, рисовать? Будем вместе мы играть. Слезы лить саду не нужно. Вместе сделаем все дружно. Мама быстро в сад придет, из детсада заберет. Это вам не агитация. Так в саду у нас проходит адаптация». По итогам всех конкурсных заданий наибольшее количество баллов набрала педагог-психолог детского сада номер 24 Анна Зиновьева. Почетной грамотой победителя муниципального этапа краевого профессионального конкурса «Педагог-психолог Кубани» является педагог-психолог детского сада 24 Зиновьева Анна Федоровна. Участвовала в этом конкурсе, не ожидала, конечно, на первое место, что я одержу победу. Очень было волнительно, но получила большой заряд положительных эмоций и, естественно, большой профессиональный опыт. Хочу сказать большое спасибо организаторам конкурса, моим коллегам. Вот, хочу пожелать всем удачи, достижения целей и самореализации. Анна Зиновьева будет представлять наш район на краевом этапе конкурса, который пройдет в Краснодаре в начале марта. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».